ради 51-м сделано. Ну. Их вот такая же Энка, она была здесь в предприятии. Я когда устроился на работу, права после армии, пришел сразу, я сюда сунулся опять же. Меня посадили на эту Энку. Вот не на эту, а другая была. Ага. Она сейчас на болоте. Ну, у ребят делали как. Приезжают охотники. Ага. А, ну типа как домик. Да. Так стоит просто. Окна заварены. Вот. Я на второй тёшу приехал, там пузыри раскатили. Я обратно покатил, я чуть не вылазил на стыке, там бархатный пуль раньше был. Ох, ёлки. Тоже не ждал. Я спокойно, я скорость превысил. Ну, на второй день меня в отдел кадров. Я приехал сюда на центральную станцию, начальника высадки. В отдел кадров. Меня сразу на месяц в депо. Кадры не послали. Ага. Отрабатывать. Канавы чистил, тепловозы. Ремонтировали всякую. Да-да. А как вот такая штука задом идет? Мне все интересно было. Реверс. Не, ну реверс понятно. А как глядеть как? В конце концов? А, ну да, только. А там было хорошо. Сбоку. Это самое. Рычаги. Гидравлику раз, площадка на линию. Гидравлика поднял, развернул. Площадку убрал, опять поехал. Вот, у меня тоже приспособление есть, наверное. На месте разворачивается. Площадки. Все, понял. У нас же треугольник раньше здесь был. За депом сразу треугольник. Чтоб не крутить, это круга не было, а ага. Треугольник. Туда-сюда и раз перед он же едешь. Треугольник весь хороший. И там треугольник на 12, на 15 посту, по-моему, был вот треугольник. Ну, сказки Венского леса. Все отправляет. Все отправляет. Никак. Дружеских объятий никак. Все. Не разъединить. Ничего не приезжали сюда. Что толково? Блять. Что-нибудь надо решили. Ну, сейчас теперь в Новгород поедут. Давай, видите, сейчас. Да там народ сидит, его нельзя бить. Я тоже телефон звоню, чтобы забить место. Так не берет маршрутка. А это, видать, этот как раз заказной. Да, вот есть такой, по второму. Так, наверное, по второму есть.